have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушка, и мы направляемся к церкви. А, я уже немножко успел подзабыть, как тут что происходит. Давайте посмотрим. 6 глава, между прочим, оно вроде как вначале как-то медленно шло. То ли я уже как-то давно снимаю, то ли... Ага, ясно. А зачем? Не знаю. Я думаю, эту тележку смогу покатить. Мы же тут играем за молодых Герак... Ох ты ж, блин, молодых Геракла, как это сказать. More than I should have. Больше, чем нужно было. Блин, ну у нас же нету... Назад ты вылезти не можешь, конечно, да? Молодец. Что у нас есть? Погоди. Стрел у нас, конечно же, нету. Это было бы слишком большая роскошь. Крыс у нас тут тоже нету. Вот так вот будем отменять потихонечку. Культура отмены. Может быть, этого чела наверху попробуем снять. Сейчас посмотрим, это арбалетчик, не арбалетчик. Вот эти надо, чтобы отвернулись. Мне ни ножей, ни стрел, ни черта нету. Как мне идти? Чел сверху нас заметит 100 пудов. Придурки с арбалетами, у них ведра на голове. Я не вижу вон того дальнего из-за мыла. Смотрите, вон третий вот тот дальний, который идет. Там же все абсолютно мыльно. Я не знаю, как это исправить. Я же говорю, графика стоит на максималках. Пытался вот этот блюр как-то снять, убрать. Ничего, это, видимо, сделано для того, чтобы на соснольках можно было играть. Yes. Да, ладно. А, вон чувак что-то там заподозрил. Он заподозрил в смысле... А куда? А почему ты идешь сюда? А он пойдет туда проверять, типа? Но он тоже с ведром на голове. Его нафиг. Они сейчас тут начнут паниковать, я лучше пересижу. Тут стелс офигенно кривой, и оно все неправильно работает, не так, как надо. Вот он нашел труп. Вставай! Отлично. Моментально все в аларме. Оно вроде... Нас он заметил, но потом передумал. Почему их отсюда не видно? А, вот они подходят сюда, кстати, уроды. Они нас тут найдут или нет? Ну ты же меня даже не заметил. Почему вы пришли сюда искать-то? Да отбейся ж ты! Не попал. Косой засранец. Да ну отбейся ты от него! Да, ее убили.
Они, я ж говорю, тут стелс настолько невозможно кривой. Как? Они меня не видели даже ни разу. Ну да, давайте пойдем и найдем их там. Конечно же, это же идеально просто. Ну то есть, камон, ребят. Вот сейчас он назад будет идти, он его найдет? А черт его знает, найдет он его или нет. Давай вот тут спрячемся. Потом можно будет туда сходить. Ну, я не знаю, но это все работает. Да, он, смотрите, он его засек. Никто тут не двигается, придурок. Стрелы появились, отлично. Именно интрудерс, именно. А ты еще медленнее можешь? А нам куда? Нам в церковь? Нам вниз? Нам куда? Нам, наверное, в церковь все-таки. Сюда. Вот сейф. Они любезно подождут. Ладно, по крайней мере, одну стрелу мы взяли, засейвили. Ну, блин, я не знаю, это реально очень говёный стелс. Потому что, ну, ты убиваешь одного чувака. Ладно, они его замечают, окей, я могу это понять. Но они сразу идут к тебе, какого чёрта? То, что там остались материалы, мне вообще пофиг. Я радуюсь, что я стрелу оттуда вынес. Отвратительно, просто, серьезно, ребят. Вот такие вот места, вот такие вот кусочки здесь сделаны просто настолько омерзительнейшие. Так, крысы будут или... Да, давай, сдохни! Ты погромче кричи, малой, чтобы тебя нашли. Так это ты их зовешь, ты же знаешь, это придурок. Тут и крысы, и солдаты, и вообще все хорошо. Да проснись ты уже, мелко, блин, надоело. Ой, я наконец-то буду их крысами жрать. Ну ты же мог так делать еще с прошлой части. Какого фига? Этот стоял тоже, ждал такой. Только что двоих сожрали на его глазах просто. Дайте мне нормально крысами управлять. Вот эта дура, она бесполезная вообще. Ну давай этих тоже съедим. Так, нажмите Q.
Пацану там фиговеет, по-моему, ну ладно. Wait, what's going on? Да, он повелитель крыс, ты дура тупая. Can you stand up? I need to. Come on, let's leave. Ты же сможешь разобрать крыс, чтобы они нас пропустили? Control them. Yes. They let me use them. All right. Let's just go for now. И что теперь? Выберитесь. Так прикажи крысам. Я не могу приказать ему идти, понятно. Ну хорошо, давайте тогда... Я знаю. Ну офигенно просто. Не горшочек придется тратить. Ну, то есть, да, это бесполезно. Ну, допустим. Скорее, мелкий. How do you feel? I still hear them in my head. It's ringing. Да, вот это. Like before? Not like before. This time I was inside their head. Careful. They must not take control of you. The macula wants to take you over, feed on your emotions. You have to be very careful. I will. Серый, я не могу больше использовать. Погоди. Теперь могу. Но у меня горшков мало, на самом деле. Я бы... Спирт, конечно, тоже хорошо. Он туда-сюда. Ну, давайте сюда, ладно, какая разница. Почему? Зачем? Так, а как? А что? Да ну идите вы нафиг, почему? Они же... Они спокойно себе жрали трупы. Что? Играйте к черту просто с такой логикой. А, ладно. Давайте заново то же самое все делать. Так. Да не горшком ты. Давай вот так. Так, так. Так, тут можно пособирать ресы. Нет, вот это. Почему тогда у меня этот сраный кнут сработал? Тут он не сработал. Как это все вообще происходит? Что за фигня? Просто забейте. Там можно было подойти что-то собрать. Сейчас они на меня не напали. Сейчас все хорошо. Игра, просто свали нафиг с такой логикой, чтоб тебя. Так, у меня одни инструменты.
ничего сделать не могу, к черту это все. Возможно, там что-то еще было, мне на самом деле это вот неинтересно. Там же... Там можно было наверх сходить, там можно было в другую сторону сходить. Почему... Игра не предупреждает об этом. Как красиво. Мне надо его погасить. Давай вот этого слышим. Да-да-да, это как раз ты тот самый Man Down. Ты полнейший чувак Down, да? Ты должен их контролировать, да-да-да-да-да. Все так и было. Я сейчас сожру все, что можно сожрать. Потом я потушу несколько фонариков и сожру остальных. А жрать я буду все. Да ну поверни ты. Ладно, нормально. А, сейчас, мне нужно... Мне нужно вот это, наверное. А, я крыс уже потратил. Ладно, хорошо. Потом я доберусь до крыс. Я доберусь до вот этих придурков тоже. Yeah, you will. Ну ты же не идешь сюда, придурочный. Не-не-не-не, я просто с головы боднул. О, чуваку наверху там весело. А, ну так они же нас и видели, если че. Этого можно было и убить. Нормально, этого задушили, этого убили. Ну и прошли, нормально. Это меня видит? Дайте мне крысок поуправлять еще раз. Эх, уроды. Но мне явно туда идти. Сейчас пройдут, я пойду за ними. До свидания, неудачники. А можно было туда, можно было сюда? Да пофиг. Ну, мы сожрали почти всех. There you are.
А что? А, так, это босс, да? Posting cringe. Yes, I see it. Don't think it found you. Так, и что я должен увидеть? Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Нет, нет. Минус. Валим, 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 валим! Да ну что? Копьем в жопу просто убило. Так. Горшок. Иди! У меня был нож? Отойди! Отойди, отойди, отойди! Он, короче, ваншотает. Да ну его нафиг. Нет, серьезно, это бред какой-то. Отойди, пожалуйста. Да-да-да, его острел, а? Да иди ты к черту! Он прицел был! Знаете что, ребят? Не, знаете? Все. Я сейчас сделаем таким образом. Я сейчас остановлю запись, потому что, ну, это мне сейчас кучу нервов будет стоить. Извините, если серия получается покороче. Я понимаю, что это босс-файт, но это все сделано просто настолько отвратительно криво. Я сейчас это остановлю. Завтра, наверное, вернусь. Все это сделаю. Я не знаю, может быть, я как-то запишу, потом в ускоренной съемке это все выложу. Или как это все будет выглядеть. И следующую серию мы уже начнем... Не с того момента, где мы с ним деремся, а с того момента, где мы его победили. Я просто, наверное, вначале вставлю в ускоренной съемке тот кусочек, сколько я с ним намучился. И опять же, это все вообще ни разу не трудно. Это все отвратительно криво, потому что вот это переключение через... Ай, забейте. Короче, все. На этом пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.